расчетах... Сбалансированный и реалистичный? Да. Сложный? Нет. Такие характеристики бюджета звучали на брифинге в областной администрации. Его провели накануне публичных слушаний. Несмотря на то, что общая сумма бюджета, вроде как при первом приближении, меньше, чем бюджет 2014 года, это произошло лишь потому, что мы выполнили в этом году первый раз за все время требования бюджетного кодекса Российской Федерации и включили в бюджет федеральные средства только в пределах тех ассигнований, которые на сегодняшний день уже учтены для Орловской области в проекте федерального бюджета, уже принятого в первом чтении на 2015 год. Зампред Михаил Бабкин подчеркнул, что правительство в будущем году намерено затянуть пояса. Но не жителей региона, а прежде всего чиновников. Что касается главного гаранта пополнения доходов бюджета и выполнения различных социальных программ реального сектора экономики, то тут нет поводов для пессимизма, считают члены правительства. Мы видим некоторый рост, значит, по обрабатывающим производствам. Если постоянно на полугодие этот индекс составлял 104,8%, то на 1 октября он уже составляет 105,6%.